Новая школа на 300 мест открылась в Актобе. Этого дня жители микрорайона Болашах ждали с большим нетерпением. Еще два учебных заведения открываются в поселках Акшат и Родниковка. На прямую связь выходит наш корреспондент в регионе Лейла Уэсова. Лейла, добрый день. Добрый день, Салтанат. Первый звонок уже прозвенел. За парты сели 300 учеников. Сейчас в первом классе идет урок мира. Новую школу номер 68 имени Жумабека Ташенова в микрорайоне Болашах построили по государственной программе «Нурлыжол». Из национального фонда на эти цели было выделено больше 800 миллионов тенге. Это уже седьмая по счету школа в Актобе, которую открывают в этом году. Микрорайон Болашах появился на карте города 10 лет назад. Сейчас здесь проживают 16 тысяч жителей. И до этого в жилом массиве не было ни одной государственной школы. Детям приходилось ездить учиться в соседние районы. Новая школа рассчитана на 300 мест. В две смены здесь будут учиться больше тысячи детей. Здесь созданы все условия – просторные классы, столовая, библиотека и спортзал. На уроках труда детей будут обучать швейному и гончарному ремеслу. Для мастерских уже закупили необходимые оборудование. Давайте послушаем, что сказала руководитель городского отдела образования. На сегодняшний день в городе Актобе 13 школ трехсменным обучается. С открытием этих школ уже разгрузятся школы 56-я, 12-я района Болашах и в Акшате 45-я и 49-я. Также сейчас идет пристройка школы номер 29, которая разгрузит тоже трехсменность. Всего по области велось строительство 31 школы стоимостью 34 миллиарда тенге. 14 объектов уже сдали в эксплуатацию. Еще одна новая школа распахнет свои двери перед Новым годом в поселке Родниковка Мартукского района. Кроме того, в областном управлении образования сегодня сообщили, что из казны выделены дополнительные средства на проектно-сметную документацию для 7 новых школ. Их строительство начнется в следующем году. На этом у меня все. Салтанат. Спасибо большое. Это была наш собственный корреспондент Лейла Уэсова.